В Мексике 6 человек погибли и более 1500 арестованы в результате массовых акций протеста, вспыхивающих по всей стране. Манифестанты выступают против повышения стоимости бензина. В течение этого года мексиканское правительство намерено провести постепенную либерализацию цен на топливо. За 1,5 недели цена выросла уже на 20%. Это приведет к повышению цен на продукты. Подорожает хлеб, подорожает мясо. Ведь все это нужно транспортировать. А если растет цена на бензин, то и стоимость перевозок растет. Подорожание бензина происходит на фоне заметного обесценивания национальной валюты. По всей стране проходят манифестации, активисты перекрывают дороги. Во многих случаях акции протеста перерастают в беспорядки и погромы. Нападениям подвергаются в первую очередь заправочные станции.